Председатель правительства республики Абдул-Муслим Абдул-Муслимов принял участие в торжественном открытии участковой больницы в селении Нурадилово Хасавюртовского района. Также в рамках поездки делегация осмотрела центральную городскую больницу и перинатальный центр. Детали в нашем сюжете. Новая участковая больница открылась в селе Нурадилово Хасавюртовского района. Она способна принять до 50 пациентов за смену. Всего 15 коечных мест. На торжественном открытии председатель правительства Дагестана Абдул-Муслим Абдул-Муслимов отметил, новая больница обеспечит качественной медициной все население села. Здесь будет оказана первая медицинская помощь и для взрослых граждан, и, конечно, и для наших детей, для подрастающего поколения. Председатель правительства Дагестана Абдул-Муслим Абдул-Муслимов осмотрел больницу, пообщался с пациентами, побеседовал с медперсоналом. Врачи как вам относятся? Врачи молодцы. Все смотрите. Каждые 5 минут, каждый. Хасавюртовская городская центральная больница. Это многопрофильный стационар. Обеспечивает медицинской помощью жителей города и прилегающих районов. Пенсионер Сахратулла Эмеев перенес острый коронарный синдром. Однажды после работы ему внезапно стало плохо. В больнице он проходит лечение. Врачам удалось стабилизировать состояние пациента. Да, вроде ровно все идет здесь, нормально. Ну, не все порядок лекарства. Есть. Лекарства они дают, никто не говорит, что какое-то лекарство не хватает принести. Я такого не слышал. Да, нормально. Но не все отзывы пациентов положительные. Ранее поступало множество жалоб на качество обслуживания, в частности, на халатное отношение к пациентам. Когда человек больной сюда поступает, ему должно быть очень внимательное, чуткое отношение. Я же говорю, я представитель правительства, у меня на столе 15 заявлений есть. И анонимных, и таких, и по поводу того, что вот именно приемная по Хасавюртовской больнице очень, я даже не буду выражаться, как там написано. Премьер-министр осмотрел и перинатальный центр Хасавюрта. Здесь ежегодно на свет появляется более 5000 малышей. Медикам удается даже выходить недоношенных младенцев весом 500 граммов. Мы в конце посетили тот блок, где делают операции на сердце, там кардиологическим больным, это очень высокотехнологичное такое, высокотехнологичная медицина. И очень отрадно и приятно, что здесь, в Хасавюрте, в городской больнице, такие мероприятия делают. В завершении Абдул-Муслим Абдул-Муслимов провел совещание с руководством медицинских учреждений района. Обсуждали актуальные вопросы развития здравоохранения в республике. Премьер-министр отметил, несмотря на сложную ситуацию в стране, сокращения финансирования здравоохранения не будет. Мухаммад Амаров, Руслан Саликов, Рамазан Амаров. Время новостей. Хасавюртовский район.